Это был хороший тест. Первый тайм был весьма неплох, особенно его начало, когда мы забили два гола за 10 минут. Команда играла в комбинационный футбол, но после перерыва Сергей Кисляк был удален, и это немного прибило наш настрой. Астана — хороший соперник, чемпион Казахстана, постоянный участник Еврокубков. Можно долго говорить о судье и его решениях, особенно при первом мяче в наши ворота, когда футболист Астаны очевидно подыграл себе рукой. Но нужно отдать должное нашим ребятам. Они собрались и должны были побеждать, но в концовке у Савицкого и Хабленко не получилось реализовать свои моменты. После матча в раздевалке все были очень расстроены, и это хорошо. Нет никакого смысла приезжать и выигрывать товарищеские матчи со счетом 6-0. Важно играть против хороших команд. Денис Лаптев продолжает меня удивлять. Когда я впервые его увидел, то подумал, что такие габариты сыграют нам на руку, но на деле он оказался к тому же и очень техничным игроком. Савицкий простудился и провел первую тренировку утром перед игрой. Мы договорились, что он получит около 10 минут на поле. Так и произошло. Гутер тоже заболел. Не знаю, возможно, Савицкий его и заразил, хотя мы стараемся изолировать больных от команды, чтобы инфекция не распространялась. Быков был травмирован, но сейчас чувствует себя лучше. Следующая игра в субботу, так что мы посмотрим, кто в каком состоянии. И, возможно, Артем снова выйдет на поле.